Друзья, мы всегда стараемся быть в курсе актуальных событий, и прямо сейчас у нас в гостях человек, который расскажет нам о проекте «Студент года». Это Роман Кустика, активист студенческой республики, общественной организации «Студенческая республика». Привет, Роман. Добрый вечер. Здравствуй. Расскажи о таком проекте, как «Студент года». Он проходит в Николаеве, я так понимаю. Правильно? Да. Проект «Студент года» — это «Лучший студент Украины». Это всеукраинский конкурсный проект, который направлен на то, чтобы выявить талантливую молодежь, дать ей импульс и, в принципе, тем самым стимулировать развитие украинского общества. Вот. Этот проект проводится уже не первый год по всей Украине и, соответственно, не первый год в Николаеве. Его координирует Виктория Романенко. К сожалению, она сейчас болеет. Привет, Вика! Выздоравливай, мы по тебе скучаем. Очень, очень хорошо, Вика, к сожалению, болеет. Вика болеет, у меня эфирчик. Спасибо. Чехотки. Этот проект организовывает Всеукраинская молодежная общественная организация «Студенческая республика». Так. Помимо этого, активное участие в организации принимают наш режиссер Андрей Нерода, департамент образования, науки и молодежи, а конкретно Анна Леонидовна, и глава городского совета национальных общин Анар Ахундов. Какой у вас дружный, разношерстный коллектив? А какая цель этого проекта? Цель проекта довольно-таки проста. Мы ищем талантливую молодежь, помогаем им... И вывозим в Турцию. Работать аниматорами. Дабы они проявляли себя дальше, устраивали свою жизнь. Да. Но если серьезно, да, закончи мысль. Если серьезно, помогаем продвигаться в жизни и тем самым, собственно говоря, как повторюсь, повышаем общественный уровень нашего населения. Чем отличается талантливая молодежь от бесталанной? Вот эта грань, вот здесь она проходит. На примере, да. Талантливая молодежь... Ты относишься к бесталанной? Я считал по-другому. Талантливая молодежь, она принимает участие во всеукраинском конкурсе «Лучший студент Украины». Ай, какой ответ. А бесталанная молодежь ведет передачи, в которой она популяризирует, собственно, этот чудесный... Да, собственно говоря, вот талантливая молодежь, вот мы, да. Что получит победитель? На данный момент это секрет, и этот... И ответ на этот вопрос... И эти 150 гривен... Откуда вы знаете? У нас свои, да, свои каналы связи. Собственно говоря, это секрет, и это мы узнаем на награждении. Видишь, как слово «ничего» засекретили, да? Да, видишь, чудесно. Чего стоит ждать в этом году от студента? Что будет необычного? Какие-то соревнования, возможно, там драка на булавах? Как студенты будут определять победителя? Естественно, куда без драки, но все же мы за демократию, мы за мир во всем мире. Будут созданы экспертные комиссии, объективные экспертные комиссии, которые, собственно говоря, и определят лучшего студента как в общей номинации, так и в номинации «Общественный деятель», «Волонтер», «Спортсмен», «Журналист», «Аниматор». Аниматор. А будет ли, как в прошлом году, вот когда стоит 4 емкости, какой-то из них яд, и, соответственно, просто студенты выбирают из них и определяют сильнейшего? Еще будет драка в жиле. Вот, все, супер. Идеальный конкурс. Да, обязательно надо идти смотреть. Да, так что в этом году будет феерия. Будет нечто неординарное и интересное. Ну и в конце пожелай что-либо участникам и, конечно же, всему студенчеству города Николаев. Вот можешь вот прямо. Знаете, ребят, я желаю вам удачи. Вот просто удачи. Видимо, что-то такое есть в организации, где потребуется именно удача. И поэтому организаторы желают именно этого. Бои в жиле. Спасибо тебе огромное. Успехов в подготовке и проведении мероприятия. И Вика пускай выздоравливает. Благодарю. Вика, выздоравливай. А мы продолжаем, друзья.